Пожалуйста, ага. Это сейчас у 63-летнего Василия Немирича почти весь огород засажен клубникой. Изначально всего 10 кустов было. 11 лет назад садовод купил саженцы в Днепропетровской области. Из наладчика металлических оправ на заводе он превратился в романтического клубникомана. Я попал на питомник Днепропетровской области и взял на 180 гривен саженцев. Посадил их, посмотрел, а там смотреть не на что. А потом, когда 15 июня, вот это вот, вот так вот, тут у меня уже радость была. Тогда он выбрал клубнику сорта «Гигант F1», и теперь из года в год вся ягода вырастает крупная. Одна весит не меньше 60 граммов. Секрета урожая никакого нет. Главное – вовремя прополоть грядки и полить кусты. А еще у Василия есть талисман – кукла Джина. Романтик такой человек. И я верю, и оно так и есть. А здесь гора. Гора, здесь надо только поливать, очень-очень осторожно, потому что польешь в жару, она погорела и все. Вот. А вот это вот полив, умеренный полив, вот, она была по 120 грамм. На клубничном фестивале Василий победитель. Его ягода в 90 граммов взяла номинацию «Самая крупная по весу». Но Василий не единственный победитель. Дмитрий привез 3,5 центнера клубники. Это больше, чем у кого бы то ни было на фестивале. Ну, примерно это получается 350 килограмм, это где-то около 50 ящиков. Секрет много клубники, это все зависит от погоды. В этом году в Изюме клубника уродила хорошо. Огородники уже ждут 2 сентябрьского урожая. Сейчас же она отъедается, срезаем. Она подрастает по-моему. Изюмчане говорят, их клубника самая лучшая, мол, и климат хороший, и почва. А рецепты, как выращивать ягоду, передают из поколения в поколение. Клубника – это наш бренд. Это связано с уникальностью той природы. Здесь издавна культивировали клубнику. Но это не та клубника, которую покупают на базарах Харькова, привозящие со всех Южной Африки или из каких-то израильских, которые имеют пластмассовый запах и все остальное. Здесь культивируются определенные сорта только, которые нам достаются из поколения. Мэр Изюма говорит, сам клубнику не выращивает, любит только поесть. Да я большую буду, я за один нет, раз. Она... Да идите, посмотри. Да. Вот. Вот видите. Совсем другой вкус. Скажи одно. Те, кто не попробовал, он проиграл. В следующем году, говорят в мэрии, во вторую субботу июня снова состоится фестиваль клубники. Обещают больше участников. А Василий Немирич уже готовится к новой победе. Вот этот участок я буду пересаживать. Буду сажать так, чтобы были по 110-100 грамм. Там же теперь оскому набил, там все, весь изюм разговаривает, Вася выиграл, туда-сюда, все. Ну так выиграл, вот, труд, вот это главное. Элина Бекетова, Алексей Калмык. Объектив «Неделя».